Чеканя шаг, курсанты идут на торжественное построение. Впереди их ждут 5 дней непрерывной борьбы за звание лучшего состава войск связи. За это время молодые парни должны полностью показать работу связиста. Перед началом первого этапа напутственное слово приехал сказать в Рио губернатор Ульяновской области. Мое главное пожелание каждому из вас максимально проявить себя, свои таланты, способности, навыки. Желаю честной, интересной, конкурентной борьбы и успехов в боевой подготовке. После торжественной части – жеребьевка. Далее первая команда отправляется на место проведения испытаний. В судейском корпусе были отобраны лучшие специалисты войск связи по результатам предыдущих этапов. 623-й Ульяновский учебный центр на протяжении года готовили к проведению состязания. Мы проделали колоссальную работу. Подготовили учебный центр, подготовили учебные поля, полигоны. Соревнования будут проходить на 2 участках. Первый участок здесь, непосредственно территория самого центра, и в солдатской Ташле. Задание первого этапа – проведение тактико-специальной подготовки. Это развертывание аппаратной и вхождение в связь с корреспондентом. Выражение службы не для девушек здесь неуместно. Среди участников – прапорщик Анастасия. Она улучшала свой временной коэффициент на протяжении всей подготовки. По нормативам на задание дается 28 минут. Показатель девушки по результатам отборочного тура – 22. Развертывать, ставить мачту, поднимать – катушки, все нелегко, но мы это сделаем. В течение первых 3 дней будут проходить индивидуальные соревнования среди экипажей. Впервые в истории проведения конкурса развернута фан-зона. Здесь представлена лучшая техника войск связи. Соревнования продлятся до 29 мая. Александра Никитина и Юрий Ломатов. Управда ТВ.